Короче, друзья, надо будет разобраться. Так, на Z. Тоже ничего не понятно. Обалдеть, это пинка мы дали, что ли? Офигеть, нифига себе, это я что такое? Я X прожал. Друзья, всем привет, с вами как всегда Капандыч и добро пожаловать в Roblox. Я вещаю вам прямиком из супергеройской академии, да, друзья? И сегодня у меня для вас хорошие новости. Так, во-первых, я нарыл для вас новые кодики в этом режиме. Мы сейчас введем коды, получим, ну я вангу, конечно же, что получим мы кэшек. А вторая новость, я хочу сменить свою причуду. Как вы знаете, у меня сейчас здесь есть лазерный пупок. Ну, пупковый лазер, я вот так вот из пупка могу стрелять. И можем убивать мы различных мобиков. Так, это у нас полицейский, мы его трогать, конечно же, не будем. Вот такими вот приколюшками, фильтифлюшками я здесь обычно и занимаюсь. Ладно, пока меня никто не видит, я здесь сейчас спрячусь. Вот прям тут, друзья, мы с вами приступаем к вводу новых кодов. Но, дружище, прежде чем мы начнем, если ты впервые на моем канале, обязательно подпишись и прожмякай царский колокольчик для того, чтобы не пропускать крутые видосы и стримчатские от Капандыча. Ладно, не будем тянуть уже кота за хвост. Давайте, друзья, начинать. Жмякаем менюшку, Options, Codes и вводим вот такой вот код. H3ROCK1LER. Короче, H3ROCKKILLER. Это получается как киллер, да, звучит? Вводим его и получаем целых 50 тысяч кэша. А обычно нам давались, по-моему, если не ошибаюсь, по 25. То есть полтинник уже довольно-таки прикольно. И вводим следующий код. SAP2IBANMAIN. Короче, я так понял, ютубер, подписывайтесь на него. Типа SAP2, да. Вводим и получаем 25 тысяч кэш. Я так понимаю, что, по 25 все получают те, кто за ютуберов. Блин, надо, кстати, написать разработчику. Пускай сделают тоже SAP2КАПАНДА, да. Или SAP2МЕДВЕДЬ черно-белый, да, друзья. Так, но мы идем дальше. Вводим кодик SAP2SAUG4. Короче, то же самое, ютубер. Вводим и получаем еще 25 косариков. Мелочь, а приятно. Можно будет прикольно паролить причуды. И следующий код у нас то же самое. SAP2, ну имеется в виду то же самое, что ютубер, но код другой. SAP2 VSLAMHM121. Бог ты мой, сломаешь язык свой бамбуковый, да? Короче, друзья, вот такой вот кодик. Вводим и получаем еще 25 косариков. Юху, прикольно. Так, ну вот, друзья, все новые коды, которые актуальны на данный момент. Поэтому обязательно их вводите, пока они еще работают. Потому что в скором времени их могут прикрыть. О, здесь столько моих друзей, друзья. Всем огромный большой бамбуковый привет. Так, ладно, насобирали мы, конечно же, монет. Давайте теперь их потратим. Я уже хочу распрощаться со своим этим огненным лучковым пупком. Все, с пупком пора распрощаться. Давайте заходим в госпиталь. Блин, зато прикольно так с ним было летать. Не знаю, что выпадет, друзья. Я даже просто не буду много ролить, выбивать какую-то клевую причуду. Я хочу что-нибудь новенькое, потому что здесь я видел их еще довольно-таки мало. Давайте возьмем спин. И, конечно же, крутанем. Ну, не за робокс, а просто. И нам падает сейчас какая-нибудь... Так, это инжин, понятно. Так. Инжин, это, видимо, у нас двигатель, движка. Движка-хавришка. Так, у меня же мои статы-то остались, я надеюсь. Да, статы хотя бы остались. О, давайте Стрэндж маленечко вкачнем. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, Квиркс. Нет. Куда мне зайти-то надо? Мне надо зайти в менюшку, наверное. Да, вот мои скиллы, все правильно. Смотрите, на Q, Energy Kick, Strange 25 на Z. Так, меня, по-моему, там убили, да? На X50. О, на V100. Agility уже, смотрите, требуют, да? А что у нас по Agility? О, Agility 100 есть, получается. У меня все скиллы открыты. Q, Z, X, C и V, да? На F-ку жалко нету, да? Не знаю, что они там делают, друзья. Но давайте проведем сейчас мини какой-то тест. Если, конечно же, мне дадут подписчики хоть что-нибудь здесь запилить. Потому что я чувствую, они сейчас меня просто на части разберут.
Видите, как всем не терпится нахлобучить Капандычу. Ну дайте мне хотя бы чуть-чуть. Так, Наку, что это у нас? Это что-то... О, нифига себе, смотрите, что у меня появилось на ботинках. Обалдешечки. У меня на ботинках какие-то здоровые появились. Типа ракета, что ли, а? Какие-то... А что он делает? Обалдеть. Я на Ку нажимаю, так и не понял, что это делается. Короче, друзья, надо будет разобраться. Так, на Z. Тоже ничего не понятно. Обалдеть, это пинка мы дали, что ли? Офигеть, нифига себе, это я что такое? Я X прожал. Еще что-то он нам матерится, по-моему, нет? Я шучу, конечно. Так, а на V. Нифига себе. А, нет, это на C был скилл. Капец, прикольно. Ну-ка, C-шка еще разок. Обалдеть, это мы так бьем, что нас просто же разрывает на части. Ну-ка, я могу так вот на V. Да, нифига себе, это я пинок делаю, так можно будет летать. Нет, он откатывается очень долго. Но, по крайней мере, наверх, смотрите, на V я смогу запрыгнуть, да? На V я запрыгнул. А, нет, на C. Подождите, что это еще раз? Да, 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 все правильно, это скилл на C. А на V? Ну-ка, на V. Нифига себе, ускорелочка! Вот это ускорелочка, так ускорелочка, горелочка. Я могу теперь вот так вот бегать. И долго, интересно. Обалдешечки, да, прикольно. Так, еще раз хотел на X прожмякать. Ага, понятно, он его подкидывает. Ну-ка, на Q. У, 1300 сразу. Еще раз на Q. Так, медленно бьет. Нифига себе. Так, прости, товарищ. 1300 сразу же с кушки. Так, а вот на Z что-то я так и не понял. Давайте глянем, что у нас там на идет на Z. Так, опять не туда вроде зашел. Опять не туда зашел. Вот скиллы. Так, Z, Strange 25. Используют Boost, Energy, Travel, Extreme, High Speed. Короче, быстрее начинаешь бегать. Короче, твоя мышка не работает, но что-то там... Короче, друзья, я ничего особо не понял. Я нажимаю Z, и ничего не происходит. А, нет, может быть, нам зажать надо? Ну-ка, погодите. Обалдеть, нифига себе, это еще и на Shift. Смотрите, вот это ускорялочка. Уху! Я просто флеш. Обалдеть, ну-ка, я могу так кого-то дамажить? Нет, дамажить я так не могу. Обалдешечки. Но это получается у нас на Z. Нет, это у нас на Shift. Да, на Z-то все-таки нет скилла получается, да? Ладно, я потом доразберусь, друзья. Либо напишите, пожалуйста, в комментариях, что значит скилл у Engine на Z. Shift разобрался. Так, XCV тоже разобрался. И кушка. Обалдешечки, меня опять разобрали просто на запчасти. Ладно, вот такой, друзья, у нас был небольшой обзор. Просто на эмоциях. Я первый раз его затестил, ни разу не видел, ни разу видосов не смотрел. Но довольно-таки забавно, тем более, что смотрите, какие у нас турбины появились на ногах. И мы можем делать вот так вот. Полетели, полетели. Головушку сели. А еще мне понравилось делать вот так. Кто у нас здесь есть? Товарищ. Товарищ, 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 товарищ. Вот так вот. Либо на X прикольно еще. Где он, где он, где он, товарищ? Дайте мне кого-нибудь попробовать. Нифига себе, что это было? Да, я его на X пнул, и он мне, короче, в отметку. Так, где, 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 где? Дайте хоть кого-нибудь успеть. Нет, ничего не дают сделать. Просто, эй, а что это я в домике? А, меня нет, я в домике, все. Я спрятался, да? Вот такой еще пинок есть, смотрите. Обалдеть, и он еще что-то кричит. Нифига себе, вообще просто бомба. Все, друзья, короче, вводите коды, пока актуальны. Приходите сюда, будем вместе пвпшить, будем вместе потихонечку раскачиваться. Все, друзья, на этом видосик я завершаю. Желаю вам отличного настроения и прекрасного вот так вот валяния разобранным здесь на тротуаре. Ну а с вами был Капандыч. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.